Что делаешь? А? Что делаешь, говорю? Прикольная картиночка просто. А что за картинка-то? Снеки Павел, типа. Где она в ванной, да? Жёной, типа. А, ну понятно. Чего? Здорово, пацаны. А чем это ты? Ты тоже поняшь, смотришь? Я упустил, что ты хотел там сделать? Запутить бы с РРК, я бы её садил на свою кубка. Прикольно. А я вот с ними всякие хоррор-игрушки делаю, крипипасты. Фонарка рисующая, знаешь, типа в стиле расчленёнка. Вот она мне осень заставляет. Вы чё, херли, ребята? Да, конечно, нельзя дрочить, вы понимаете? Чё ты на нас наезжаешь, а? Наркота это вообще грязь, как это можно смотреть? Это святое, это вообще нельзя даже дотрагиваться. Чувак, если тебе не нравятся клопики, крипипасты всякие, то ты иди смотри, кто тебя просит-то. Положи стол на место, пожалуйста, я тебя прошу. Не делай глупостей. Дай нам уйти, прошу тебя. Дай нам уйти. Да, нахер таких друзей, если честно. Я же дебилы на этой планете. Надо их из друзей ВКонтакте удалить. Они мне больше не друзья. Не являются ими. Прикольно. А я вот с ними всякие хорошие игрушки делаю, крипипасты. И... хуй, я забыл сценарий. Чувак, если тебе не нравятся клопфики, крипипасты... Все это, то ты пуш. Ты. Была бы рашка в реальной жизни, я бы с ней замутил. А потом как следует. Убейте, я не хочу говорить, это пошлять, да. Блять, это так противно говорить, что